Ряды молодежной экоармии пополнили неравнодушные студенты. В Ульяновске стартовала 10-я юбилейная экологическая неделя. Большая часть мероприятий будет переведена в онлайн-режим, но удостоверение новоиспеченным экологическим инспекторам вручили лично. Теперь эти молодые люди и девушки смогут официально следить за экологическим порядком и даже делать замечания нарушителям. Мы занимаемся в основном уборкой, экологией, помогаем, предотвращаем разные экологические проблемы. У нас сейчас проходит некая акция «Экорупор», в которой каждый сможет обратиться к нам за помощью, чтобы мы решили экологические проблемы. В рамках проекта «Чистая Волга» мы планируем провести уборку прибрежной территории реки Свияги вдоль Черного озера и, соответственно, вдоль нашего университетского кампуса, конечно же. И, кроме этого, принять участие в Большом субботнике «Чистой Волги» на берегу Волги. В рамках недели экологии проведут круглые столы и мастер-классы. Все в онлайн-режиме. Кроме того, ульяновцы смогут посмотреть трансляции заповедных мест Ульяновской области, а также поучаствовать в экскурсии по дендропарку и краеведческому музею. Также в формате онлайн. Запускается проект «Сад здоровья». Это наше спасибо врачам, которые на сегодняшний день борются с коронавирусной инфекцией. И в осенний этап мы предоставим материал и предоставим специалистов. И вот в осенний этап будут высажены все древесные кустарники, деревья в тех медицинских учреждениях, где данные в этой потребности они нуждаются. Ключевым событием юбилейной экологической недели станет глубокий мониторинг деятельности всей отрасли за 10 лет. Итоговую концепцию представят уже 1 июля.